Всем привет! Сегодня я расскажу о новинке 2019 года Zero Tolerance 0562 TS. Компания Zero Tolerance и дизайнер Rick Hinderer совместно выпустили складной нож 0562. Rick прославился конструированием и выпуском тактичных ножей. Данная модель имеет достаточно агрессивный дизайн. Мощный и надежный клинок выполнен в форме Clip Point. Его толщина 4 мм и изготовлен из стали CPM-20CV. Сталь обладает превосходными характеристиками, режущая кромка надолго сохраняет свою остроту, а высокая прочность ножа подходит для самых сложных работ – насечки на обухе для большого пальца. Открытие клинка обеспечивают два подшипника KVT. Нож возможно открыть с помощью шпенька или флиппера. Рукоять придает удобный и уверенный хват руки. Она изготовлена из титана 6AL4VC с обработкой в Stonewash, в которой устроен замок Frame Lock. Перекидная металлическая клипса позволит удобно носить нож под одеждой.